Печальная новость появилась в социальных сетях жителей города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района. Егор Рытов, мальчик, который борется со страшной болезнью уже больше 3 лет, вновь нуждается в помощи. У него рецидив. На лечение ребенка нужны огромные средства, которых у родителей нет. Знакомьтесь, Егор Рытов, ему уже 7. Большую часть своей маленькой жизни он борется с тяжелым заболеванием. В больнице мальчик был намного чаще, чем в собственной спальне. Диагноз, который поставили ему врачи – острый лимфобластный лейкоз 2-Б типа. После сложного и трудного лечения 2 года назад болезнь постепенно начала отступать. Но перед Новым годом у Егора случился рецидив. Группа ВКонтакте «Поможем Егору Рытову» сейчас завалена справками и выписками из больницы. Какие процедуры в свои 7 лет приходится переживать Егору, страшно представить любому взрослому, а тем более перенести. Но мальчик – настоящий боец. Он знает, что надо, а на «не хочу» у него нет права. В день Егору нужно пить более 10 лекарств, делать инъекции. Сейчас врачи рекомендуют сделать трансплантацию костного мозга. Эта операция дорогостоящая. Родители нашли клинику за границей, но с учетом нынешнего курса евро сумма астрономическая – 38,5 миллионов рублей. Сейчас собрано всего 358 тысяч. Подарить Егорке жизнь можно только всем миром. Вся информация о Егоре Рытове, о медикаментах, которые ему необходимы, в группе ВКонтакте и на нашем сайте. Родителям нужна любая ваша помощь.